В субъектах федерации вновь обсуждают возможные модели организации местного самоуправления. Этому есть причина. Государственная Дума России приняла поправки в закон о местном самоуправлении. В столице Чувашии об этом говорили на заседании общественного совета. Поправки расширяют полномочия регионов в части определения модели формирования системы органов местного самоуправления на своих территориях. Руководитель аппарата Чебоксарского городского собрания Анна Казанцева напомнила присутствующим, что Чебоксары за несколько десятилетий пробовали несколько систем самоуправления. До недавнего времени было предусмотрено 3 модели организации власти на местах для городских округов. Последними изменениями предусмотрена еще одна на уровне внутригородских районов. Если они есть, можно вновь формировать свои депутатские корпуса, и тогда муниципальные внутригородские районы будут наделены своими исключительными полномочиями по решению вопросов местного значения, такими как формирование и исполнение бюджета, установление и отмена местных налогов и сборов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, утверждение правил благоустройства территории района и другие. Это же у нас город-то не сильно большой. Вот, наверное, вот в крупных мегаполисах Москва, Петербург, в городах и может быть, даже Самара, крупные города, Нижний Новгород. Это было бы оправдано. По такому варианту столица жила совсем недавно. И это хорошо помнит председатель общественного совета при главе города Чебоксары Анатолий Игумнов, тоже долгое время руководивший столицей. Мы уже проходили это, если вы помните. Чтобы получить там 50 тысяч, чтобы дать врачам, надо, чтобы произошло заседание депутатов одного из районов. Они дают добро главе района, а тот соизволит дать деньги городской администрации. В сложных экономических условиях объединение депутатских корпусов города и районов, а также консолидация бюджетов позволили городу не только бесперебойно функционировать, но даже развиваться, строить важные социальные объекты, такие как дорога к храму, транспортную развязку по улице Энтузиастов, детский медицинский центр. Сейчас ситуация другая, и нет смысла перекраивать уже работающую схему. Члены общественного совета и участники встречи выразили общую позицию по сохранению существующей системы формирования органов местного самоуправления, в том числе порядка формирования и исполнения консолидированного бюджета города Чебоксары.